Вечір добрий, шановні глядачі, традиційно у цій порі. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Точка зору депутата». Ми запросили до студії депутата Миколаївської обласної ради, голову фракції політичної партії «Відродження» в Миколаївській обласній раді Геннадія Івановича Рубського. Добрий вечір. Добрый вечер. Геннадий Иванович, наш диалог я предлагаю начать с вопроса, который сегодня на повестке дня депутатского корпуса Николаевского областного совета. Это вопрос децентрализации. Насколько он важен для вашего округа, для Баштанки, для Баштанского района в целом? Что даст объединение в одну территориальную громаду? Безусловно, этот процесс достаточно важен для Баштанки и новой объединенной Баштанской громады. Я хотел бы начать с того, что хотел бы поблагодарить руководство Баштанского района, руководство города Баштанки в лице мэра, а также их команду, которые на сегодняшний день понимают не только важность самого процесса децентрализации и объединения громад, а и уже сделали достаточно много для этого, для того, чтобы это все воплотить уже в жизнь на сегодняшний день. Я хочу сказать, что сегодня уже создана межрайонная прокуратура, сегодня уже созданы хоспис, сегодня есть единственный в своем роде центр гемодиализа. Вот. Сегодня уже закуплена техника дорожная на зиму для того, чтобы обеспечить процесс прохождения, скажем, вхождения в зиму. Ну и так далее. Приходилось ли вам бывать за границей и видеть вот такой процесс объединения, скажем, в западных странах? Как там подходят к этому вопросу создания единых, объединенных территориальных громад? Насколько я знаю, весь процесс объединения на сегодняшний день мы используем на примере Польши. К нам буквально недавно приезжали в Баштанку, делегация приезжала из Польши во главе с бурмистром пани Терезы. Мы общались достаточно долго на все эти темы, и единственный вывод с этого всего, что объединяться нужно и объединяться важно. Как у них это происходит? Вот вокруг чего они объединяются, скажем? Если в данном случае берем Николаевскую область, есть территориальные громады, которые объединяются вокруг сильных предприятий или вокруг сильного населенного пункта. Как у поляков это происходило? Значит, там подход немножечко, как по моему мнению, немножко другой. Значит, у них есть, ну, назовем это районный центр. Есть у районного центра есть несколько сел-сателлитов, вот, и по государственной программе есть налоговые каникулы для предприятий, которые находятся на территории, то есть которые находятся за большими городами для того, чтобы развивать инфраструктуру периферии. И вот на примере Солец-Куявского, ну, скажем так, районного центра, да, там около 30 градообразующих предприятий, которые дают, ну, скажем так, питают этот городок. То есть дают вливание в бюджет? Да. А что будет у нас, скажем, вот есть одно предприятие, возьмем даже Баштанский район, на сегодняшний день работает, скажем, Баштанский сырзавод, а вот моделируем ситуацию, собственник принимает какое-то решение его, скажем, перепродать. Новый собственник говорит, а мне, возможно, или столько людей не нужно, или еще каким-то образом. Что тогда должна делать громада? Будут ли готовы, скажем, отечественные инвесторы вкладывать деньги в такую громаду? Ну, во-первых, я считаю, что благодаря объединению громад у нас будет возможность привлечь достаточно инвесторов для того, чтобы развивать инфраструктуру громады. Если, по моему мнению, должен быть очень грамотный и нормальный руководитель с достаточным опытом работы, вот, это должен быть своеобразный топ-менеджер, который должен и кризис-менеджер еще, для того, чтобы можно было вовремя, правильно реагировать на ситуацию. Если, допустим, не дай бог, что-то случается с градообразующим предприятием, бюджетообразующим предприятием, то в этом случае должны быть дополнительные источники и, скажем так, диверсификация рисков, так называемые. В Баштанском районе, если мы возьмем, есть несколько предприятий, плюс Баштанский район на сегодняшний день, он сельскохозяйственный. И мы вот сегодня проводим работу такую, чтобы львиная доля доходов от земли оставалась у нас. Это же касается и... У нас есть поддержка в Верховной Раде,
благодаря Ильюку Артему Александровичу, народному депутату Украины от партии «Відродження», вот, который зарегистрировал на сегодняшний день, был зарегистрирован законопроект 4355, если не ошибаюсь, в котором сказано, что вся земля, которая находится за межами населенных пунктов, в обязательном порядке должна быть в распоряжении громады. Потому что на сегодняшний день мы знаем, ситуация следующая, что, скажем так, дядя с Держкомзема сегодня делает политику фактически на месте и распоряжается землей, которая принадлежит Баштанке. То есть это уже, скажем так, идет вразрез децентрализации. Вы являетесь представителем постоянной депутатской комиссии, которая решает вопросы коммунального имущества. И вот долгое время отстаиваете позицию по созданию в Баштанке центра предоставления административных услуг. Но по поводу вот этого помещения было много вопросов и на комиссиях в том числе. О чем идет речь? Давайте расскажем нашим телезрителям. В 2015 году местные органы власти обратились и в администрацию, и в облсовет для того, чтобы с ходатайством, с клопотанием, чтобы передать помещение бывшей аптеки, которая находится в центре Баштанки, передать на баланс местных органов самоуправления. И мы столкнулись, я как депутат областного совета уже в 2016 году поддержал эту инициативу, потому что это же обращение было и ко мне. Вот. Это действительно правильная и нужная инициатива. Потому что если мы объединяемся в громаду, значит у нас должен быть единый центр предоставления административных услуг, чтобы человеку было удобно с любой точки там, новой громады приехать и в одном месте получить качественно и вовремя и быстро все услуги. В данной ситуации ситуация в следующем, что интересы... Столкнулись интересы областного совета и коммунального предприятия, да, личные интересы, столкнулись с интересами громады. Вот. И на сегодняшний день аптека не выполняет свои основные функции. Там не предоставляется, то есть не продаются доступные лекарства. Аптека, принадлежащая коммунальному предприятию. Аптека, принадлежащая коммунальному предприятию «Фармация». Значит, это предприятие сейчас просто сдает это помещение в аренду. Притом первый этаж. Второй этаж сейчас отопление отрезано. Значит, подвальное помещение тоже не используется. Мы выступили с инициативой, чтобы передали на баланс для того, чтобы полностью сделать там админцентр. Столкнулись с тем, что позиция фармации, вы нам передайте, скажем так, мы не можем вам передать это бесплатно, потому что у нас будет убыток на предприятии минус 500 000. И утраченные альтернативные издержки, связанные с недополучением прибыли от аренды. Угу. Вот на сегодняшний день мы вынесли были на комиссию, комиссия наша не поддержала этот вопрос, и в основном не там, но мы ведем переговоры. Как вы думаете, как все-таки решится данный вопрос? Удастся найти какое-то взаимопонимание между депутатским корпусом областного совета, представителями коммунального предприятия «Фармация»? Мы очень надеемся на это, все-таки совладает здравый смысл, и все-таки интересы громады будут выше, нежели интересы коммунального предприятия. Ну, у всех еще на слуху еще один такой очень сложный вопрос, который уже на протяжении практически года депутатский корпус Николаевского областного совета 7-го созыва пытается решить, и он непосредственно касается и Баштанского района, это ремонт дорог. Вот известно, что трассу Н-11 ремонтируют, но говорят, что Баштанский район пока не дошло дело. Как вы видите решение, как депутат областного совета, который работает у себя в округе? Скажу следующее, что мы поддержали все инициативы в облсовете, значит, признали, что дороги в Николаевской области – это чистейшая катастрофа, имеет техногенный характер и так далее. Значит, приняли решение, проголосовали за то, чтобы выделить достаточно средств для того, чтобы хотя бы каким-то образом привести дороги в нужное состояние. Это было 33 миллиона с местных бюджетов, собрано 55 миллионов с областного и около 520 с государственного бюджета. Мы столкнулись с той ситуацией, что идет полнейший бойкот этой инициативы от Укротодора и службы автомобильных дорог. Как выяснилось, что до августа месяца,
даже не была сделана техническая документация. Соответственно, мы вошли в зиму без дорог. Освоено около 12%, меньше 12% средств, с выделенных средств. И основная проблема то, что мы, как областной совет, ни администрация не имеет влияния на назначение людей, на такие должности, достаточно ответственные. И хочу сказать еще такой пример, что сама дорога HN-11 была построена, по-моему, в 61 году, если не ошибаюсь. Сначала нагорнули чернозем, потом бросили жерству, чуть-чуть асфальтного покрытия и так далее. И получилась дорога N11. Соответственно, эта дорога в обязательном порядке должна не просто ремонтироваться, ее нужно строить. Ее нужно строить. Да. И поэтому любые средства, которые будут идти туда, это будет фактически закапывание в землю денег. Но в любом случае какую-то проезжаемость нужно обеспечить на первое время. Здесь нужно кардинально решать ситуацию. Это должна быть политическая воля, в первую очередь, руководства киевского. Почему-то мы выдергиваем из контекста часто и такими двойными стандартами мыслим, говорим, что Грузия, да, постоянные примеры Грузии. А вот в Грузии за 2-3 года построили полностью все дороги. В Грузии зашел инвестор, зашли люди, скажем так, это было не руками местных подрядчиков сделано, это был инвестор. Вот. И за 2-3 года, полностью понимая ситуацию, что инфраструктура – это очень важно, было сделано все дороги. К сожалению, у нас понимания этой ситуации нет. И сейчас, когда мы объединяемся в громады, полностью вся эта нагрузка ложится непосредственно на громады. В Баштанке есть автовокзал, возле автовокзала рыночек. Раньше, когда была дорога более-менее еще в кондиции, проходило около 240 автобусов в день. То есть это давало работу как минимум около сотни людей, баштанцев, которые на этом, это был свой бизнес там, да, и это были бюджетные, это было отчисление бюджета и так далее. Сегодня 10 автобусов в сутки. Это о чем-то говорит, потому что дороги фактически нет. Часть дороги были сделаны, вложили туда деньги. На сегодняшний день мы имеем то же самое. И как живет Новобугский район? Вы тоже бываете, но часть Новобугского района – это тоже ваш округ. Как там люди говорят о бездорожье, об отсутствии дорожного покрытия? Там люди не говорят, там люди перекрывают дорогу. Там люди уже всякими методами и способами пытаются обратить на себя внимание. Пока тщетно. Но надеюсь, что в следующем году вот эти деньги, которые были не потрачены, в этом году не использованы, мы надеемся все-таки, что они уйдут. В следующем году будет принят бюджет, и эти деньги будут учтены там для того, чтобы это все все-таки закончить. Вот руководство службы автомобильных дорог обращалось к депутатскому корпусу для того, чтобы и к председателям районных советов, для того, чтобы, собственно, власть на местах обратилась к руководителям сельских советов. В общем, кто на местах выделял деньги, обратились с просьбой все-таки эти деньги зарезервировать на следующий год. Да. Но меняется, собственно, ситуация, проходит реформа децентрализации, становятся громады. Так кто же все-таки будет этими деньгами распоряжаться? Есть дороги государственного значения, да, а есть дороги местного значения. Так вот, я так понимаю, что дороги местного значения все-таки будут ремонтироваться исключительно за счет громад. И вот если брать на примере Баштанского района, то 15 миллионов будет выделено на Баштанку согласно законодательству, как вновь объединенная громада. Также Баштанка сейчас является участником и победителем программы «Добры». Там тоже около 40 тысяч долларов будет выделено на, скажем так, на развитие. Эти тоже деньги пойдут тоже на дороги. Поэтому будем пытаться своими силами каким-то образом приводить это все в кондицию. Каждому депутату Николаевского областного совета в границах его полномочий было выделено 150 тысяч гривен для закрытия проблемных вопросов на своем округе, на выполнение доручень выборцев. Да? На что вы планируете потратить эти 150 тысяч? Значит, в основном это пойдет на сферу образования. Я не буду там в какой пропорции говорить, да? Значит, деньги получат две школы города Баштанки и гимназия, получат все четыре садика, получат три школы
с района, которые войдут в объединенную территориальную громаду, музыкальная школа, а также мы не забыли и спорт, это ДЮСШ. И все средства в основном пойдут или на установку окон, или на поднятие материально-технической базы, там оргтехника и так далее, ну и спортинвентарь. На протяжении года, вы уже год депутат Николаевского областного совета, как вы оцениваете, каким был этот год для депутатского корпуса вообще областного совета, и каким был этот год для вас лично, Геннадий Иванович? Скажу так, год для меня был очень интересный, потому что это моя первая каденция, и мы достаточно активно его провели. Я постоянно выезжал на место, я сейчас проживаю в Николаеве, постоянно выезжал на место, наверное, в Баштанке я был больше, нежели находился здесь. Да, то есть здесь просто была работа, которая связана была в облсовете, там комиссии, сессии и так далее. Вот. Мы достаточно активно, мы и проводили работу и по садикам, мы проводили работу и по инвалидам, там, и много других дел, которые мы помогали, купили форму и поддержали команду баскетбольную Баштанской средней школы номер 2, которая выиграла район, которая ушла на область. Ну, то есть, был год достаточно плодотворный и рабочий. С какими вопросами сегодня к вам обращаются избиратели? Что беспокоит больше жителей Баштанского района? У нас есть несколько проблем основных. Это качество питьевой воды. Это то, что у нас сейчас после Баштанки есть так называемая гребля, да? Мост, который сейчас в таком в аварийной ситуации, и не дай бог, этот мост, эту греблю прорвет, то полностью весь центральный ставок уйдет, скажем так, будет такая экологическая катастрофа, можно сказать. Сегодня уже ведутся работы, что касается питьевой воды, качества питьевой воды. Сегодня ведутся работы непосредственно по постройке второй очереди очистных сооружений, уже проплачена техническая документация. Что касается гребли, то тоже проплачена техническая документация и будут выделяться средства из экологического фонда. Недавно к Международному дню людей с ограниченными физическими возможностями вы посетили баштанцев, которые получили травмы на производстве. И, собственно, почему они и стали, в результате чего стали людьми с такими возможностями ограниченными. Расскажите, какая ситуация в Баштанском районе с поддержкой вот этой категории населения? Ну, инвалиды – это та категория людей, которая требует себе особого внимания. Все мы знаем, в какой ситуации находится сегодня социальная сфера, и часто эти люди остаются наедине сами с собой. Но, опять же, благодаря руководству района, благодаря мэру города Баштанки, благодаря руководителю фонда социального страхования от несчастных случаев, все инвалиды обеспечиваются всем необходимым. И сегодня мы, как партия Ведродження, тоже активно включились в этот процесс и готовы помогать всячески, в том числе и материально. И сегодня ведется профилактика, я общался с руководителем фонда вот, по этому поводу. Мы выезжали на некоторые предприятия, проводилась работа профилактическая по, ну скажем так, предотвращению, превентивные методы по предотвращению травм на производстве. А уже если такое случилось, то опять же общались с людьми, выезжали на места, то эта работа, деньги перечисляются своевременно, работа ведется очень активная. Инвалиды первой и второй групп получили транспортные средства для перемещения. Депутатский корпус Николаевского областного совета на протяжении последнего времени, нескольких месяцев, держит на контроле ситуацию с областным коммунальным предприятием Николаев Облтеплоэнерго. Собственно, представители этого предприятия снова обращаются за помощью, финансовой помощью. Не так давно, а именно летом текущего года, уже были выделены определенные средства, ближе к осени, это около 10 миллионов гривен. На данном этапе снова идет речь о необходимости выделения денег. Вот ваша фракция готова голосовать и на каких условиях за выделение этих денег областному коммунальному предприятию? И как вы считаете, какой путь должно пройти это коммунальное предприятие для выхода из кризиса? Ну, смотрите, выделено было около 6,9 миллионов гривен. Я входил в рабочую группу.
мы выезжали на предприятие, мы общались с людьми, у людей один месседж – руководство нужно менять. Мы об этом говорили раньше. Предлагалась кандидатура. Депутаты не поддержали, не проголосовали. На сегодняшний день мы имеем следующую ситуацию. К нам обращается опять, это как снежный ком, обращается опять и нужно уже 12 миллионов гривен для погашения заработной платы. Мы понимаем, что люди стали заложниками ситуации, заложниками неграмотного менеджмента. Это раз. Я бы даже сказал, это паразитизм. Но есть еще другая ситуация, и мы это тоже понимаем на законодательном уровне, это 217-я постанова, которая фактически лишает предприятия оборотных средств. Да. Плюс часть денег списалась, те, которые должны были идти на развитие, на там, запуск, скажем так, систем, эти средства фактически были изъяты в вышестоящие бюджеты, скажем так, или организации. Да. И контроль, я вернусь к тем 6,9 миллиона, которые были выделены, я уже скажу еще раз, повторюсь, что люди не виноваты в ситуации, но выделены деньги, контроль за их использованием фактически не велся, потому что мы, как областной совет, мы не имеем права вмешиваться в деятельность, но мы не имеем права сегодня назначать, то есть мы имеем право назначать руководителя, да, но не имеем права вмешиваться в деятельность, в том числе в назначение ИО, исполняющих обязанности. Что мы имеем в этот раз на предприятии? Мы готовы поддержать эту инициативу с выплатой денег, потому что, опять же, люди не виноваты, но нужен четкий контроль над использованием этих денег. Это раз. Во-вторых, в обязательном порядке замена менеджмента. То есть это основные моменты, на которые мы пойдем и проголосуем за. Ну вот на данный момент уже, теперь уже бывший исполняющий обязанности руководителя предприятия, ему предъявлены обвинения по уголовному делу. Собственно, идет судебное разбирательство, уже назначен, фактически будет назначен новый исполняющий обязанности. А вот все-таки кадровый вопрос, как вы считаете, как он должен решиться, как найти общие точки соприкосновения областной государственной администрации и областному совету? То, что должен быть назначен сразу человек на должность, а не исполняющий обязанности, потому что исполняющий обязанности не несет практически никакой ответственности. Мы это уже убедились в этот раз. И в обязательном порядке должны быть, я считаю, что все-таки должны быть передача делегирования, то есть полномочий на возврат полномочий в областной совет по принятию кадровых решений. Идет конец года. Геннадий Иванович, с чем вы подходите к Новому году? Как вы собираетесь, наверное, встречать эти праздники? И еще одно. Какие у вас планы на год следующий? Ну, во-первых, это сейчас грядут выборы у нас в громаду. У нас сейчас есть представительство в Верховной Раде, у нас сейчас представительство есть партии «Відродження» в областном совете. И мы все-таки надеемся, что у нас будет представительство уже в местной громаде. Для того, чтобы все-таки владеть ситуацией более глубоко, чтобы все-таки собирать проблематику, да, и чтобы все-таки была инициатива снизу. Что касается дальнейшей работы, все-таки это работа по налаживанию работы в объединенной громаде. Это основное. И все-таки те месседжи, которые мы сегодня шлем, все-таки они реализовались в жизни. Для населения, что вы собираетесь сделать? Вот, ну, мы говорили о том, с чем к вам жители приходят, да, наверное, тот же вопрос воды все-таки. Mm-hmm. Удастся его решить? Я очень надеюсь, для этого все делается. Спасибо большое. Нагадую глядачам, що ми спілкувалися із керівником фракції політичної партії «Відродження» в Миколаївській обласній раді, депутатом обласної ради Геннадієм Івановичем Рубським. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого.